Узоры на льду. Открытое первенство Владимирской области по фигурному катанию впервые собрало в Мурме более 120 спортсменов из 13 городов страны. За показательными выступлениями юных фигуристов наблюдала Юлия Казакова. Красивый спорт в сюжете. Изящество и грация, замысловатые фигуры на льду под красивую музыку. Все это можно было увидеть на арене Ледового дворца «Кристалл». Казань, Москва, Ярославль, Йошкар-Ола, Владимир Ковров. Впервые в Мурме собрались юные фигуристы со всей России, чтобы показать все, чему научились. Эти соревнования являются классификационными, то есть они прежде всего для выполнения разрядов всех участников соревнований, а для спортсменов Владимирской области они являются предопределяющими с целью попадания спортсмена в команду, выступающую за Владимирскую область на соревнованиях всероссийского уровня. Соперники достойные, то есть борьба будет жгучая, интересная. В последнее время фигурное катание приобретает все большую популярность. Дети хотят не просто кататься на коньках, а делать это красиво. Я занимаюсь с 2 или с 3 лет. И у меня каталась моя старшая сестра, и мне тоже очень захотелось кататься на коньках. От падений до взлетов, за легкостью исполнения долгие часы тренировок, и вершина пьедестала покорилась. Я уже, получается, 2-кратная чемпионка области. Мечтала всегда работать тренером. Моя мечта – стать либо тренером, либо постановщиком программ. Я чемпионка Владимирской области прошлого года. Достойный выход. По результатам первенства Муром завоевал 3 бронзовых, 5 серебряных и 8 золотых медалей. Возможно, в скором будущем муромские фигуристы войдут в сборную команду 33-го региона. Юлия Казакова, Александр Симонов, Новости Мурома.